все по Писанию. Я еще Библии не читала. Поэтому я знаю, что это от Духа Святого. Я каюсь, Господи, за свой народ заблудший, хоть избранный тобой среди всех. Нет, не отвергнут он, но не допущен к тебе за свой великий грех. За то, что он тогда в своей гордыне не верил ранам на кресте, Иешуа сына твоего не принял, испытал потом немало лет. Иисус по крови тоже сын Израиля, как и Мирьям, его святая мать. Народы все его как Бога славят, как же нам евреям не признать. Я каюсь, Господи, за свой народ заблудший, хоть избранный тобой среди всех. Дай сыну блудному, Отец, вернуться и исповедать свой великий грех. Помилуй, Господи, нам всякий грех прости, дай Боже всем принять спасение, дай мудрость каждому, Отец, найти Христову жертву искупления. Аминь. И я прошу, Господь, дай мудрость ко спасению каждому из народа Твоего, чтобы принять Иешуа в сердце свое. Чтобы ты сказал, я пришел наипаче погибшим овцам Израиля. И ты ждешь, когда они уже наконец-то придут. Слава Богу, что я пришла, и мои братья и сестры во Христе. И молитесь. У нас есть молитва с 12 до часу за спасение еврейского народа. Мы молимся каждый день. С нами молятся в Израиле, в Германии и в России. И есть у отца Сергия на сайте. И поэтому это с 2007 года, и мне даже трудно сказать, сколько людей уже подключились к этой молитве. Хотя бы на 5 минут подключитесь, и будете сами благословлены, потому что Господь сказал, я благословляющих о еврейском народе, а проклинающих прокляну.